если спросить о том, какой предмет одежды в гардеробе представительниц прекрасного пола самый женственный, то ответ будет очевиден. Именно платье является исключительно женской одеждой, способной подчеркнуть красоту, элегантность и утонченность его обладательницы. Существует огромное количество различных моделей и фасонов женских платьев, каждый из которых был придуман под определенный стиль, вкус и тип фигуры женщин. Однако частенько случается, что такое изобилие сбивает дам с толку, и выбор наряда превращается в настоящую пытку. Чтобы такого не происходило, стилисты советуют дамам иметь в своем арсенале 6 универсальных моделей платьев, которые подходят абсолютно для любого типа фигуры. Вам за 50, и вы не знаете, что надеть? Имея в своем гардеробе эти 6 вариантов платьев, такой проблемы у вас никогда не будет. Итак, обсудим. Первое. Платье-футляр. Безусловный фаворит всех представительниц прекрасного пола – это платье-футляр. Такую любовь данная модель получила благодаря своей универсальности. Футляр хорошо садится на любую фигуру, делая ее более изящной и женственной. Идеальная длина такого платья до середины колена. Наличие драпировки и заомов зависит от вашего вкуса и телосложения. На стройных дамах лучше смотрятся модели без лишнего декора, а вот женщинам с пышной фигурой можно выбрать наряд с акцентными деталями. В дополнение к образу подойдут классические туфли-лодочки, а при необходимости талию можно подчеркнуть тонким поясом. Платье в стиле бохо. Стиль бохо – идеальный вариант для женщины зрелого возраста. В платьях бохо дамы возрастной категории 50+, выглядят просто потрясающе. Стиль предполагает свободный крой, и это поможет скрыть все недостатки фигуры. К тому же в таком фасоне невероятно комфортно, а комфорт в нашем возрасте ценится превыше всего. Бохо – это натуральные материалы и приглушенные оттенки. Присмотритесь к льняным платьям, они невероятно популярны. Выбирайте модели пастельных оттенков – молочный, беж, светло-серый. Такие цвета освежают и придают образу элегантный шик. Чтобы не выглядеть в платье бохо бесформенным шариком, обязательно обыграйте его интересными аксессуарами. Хорошо смотрится асимметрия, она делает силуэт пропорциональным. Платье А-силуэта или трапеция. Очень женственное. Это платье впервые было представлено модному миру Ив Сен-Лораном в 1957 году, когда он возглавлял дом Кристиан Диор. Оно не сковывает движений, идеально маскирует все недостатки, если они есть. Красиво драпируется, если шьется из струящихся тканей, и имеет более графичный силуэт, если выполнено из плотного материала. Данная модель платья просто покорила прекрасную половину человечества. У него есть два преимущества, которые в целом превращают образ в нечто сногсшибательное. К преимуществам платья с запахом стоит отнести V-образную горловину, которая визуально удлиняет линию шеи и сам запах, создающий диагональ и зрительно вытягивающий силуэт и делающий талию более тонкой. Такие хитрости в крое данного платья позволяют корректировать абсолютно любую фигуру и скрывать даже самые очевидные недостатки.
Ну и, наконец, маленькое черное платье. Шанель представила его на модном показе в 1926 году. И это была революция. Ранее выходить в свет в черной одежде было принято только если женщина соблюдала траур. Собственно, и это платье было создано Шанель после смерти любви всей ее жизни, Боя Кэппела. Так что траурная идея оно не потеряло. Несмотря на название, оно было уверенной длины, прилично ниже колена. Это уже потом его стали ассоциировать чуть ли не с мини-платьем. Сейчас термин применяют и к другим цветам. Популярны маленькие синие, красные, белые платья. Закрывает топ-6 универсальных женских платьев для женщин 50+, популярное нынче платье-рубашка. Когда-то давным-давно в моду его ввела, а опять же, прославленная модница Коко Шанель. И с того момента платье-рубашка не теряет свою актуальность. Особенность фасона заключается в слегка удлиненной линии плеч, неотрезном крое без акцента на талии и наличии спереди планки с пуговицами по типу мужской рубашки. Благодаря простому и незатейливому крою такое платье подходит для посещения любого мероприятия. Главное – правильно подобрать аксессуары. Имея в своем гардеробе эти 6 платьев, вы навсегда решите нашу извечную женскую проблему. Мне нечего надеть. Носите то, что вам нравится. И будьте счастливы. Пока!